Городский поселок Брагин рыхтуется до проведения одразу двух святов. 75-летие вызволения населенного пункта и областных дожинок. Значный уплыв на подрыхтовку оказали проведенные масштабные работы, подчас яких выконано не только добраупорядкование улиц и центральной площади, але и реконструированы шерох объектов социальной сферы. Городский поселок наведал Олег Сентероу. Работы по добраупорядкованию Брагина еще протягиваются, але находится уже на завершальной стадии. По всяким выпадку основной объем запланованного выполнены. Один из главных проектов – капитальная реконструкция районного дома культуры. По сутности, теперь это совсем новый будинок. Старыми застались только подмурок и частково стены. Менавіта тут находится главная сцена двух святов, которые пройдут в Брагине. Спочатку 75-летие вызволения населенного пункта, потом проведение областных дожинок. Покуль докладно невядома, какие удел у этих мероприятиях будут принимать выхованцы мясцовой дитячей школы мастацтв. Але у работников этой установы явно святочный настрой. У першиню за всю историю своего існавання школа отримала власный будинок. До гэтага и она займала покои в отделении банка, районной больницы и дома культуры. Теперь можно подумать и об увеличении колькости навученцев. Мы будем проводить профориентационную работу с учащимися общеобразовательной школы именно по направлениям нашего творчества, и в дальнейшем, чтобы они, естественно, обучались, развивались эстетически. Разом с ремонтом объектов социальной сферы все лето в Брагине активизовались работы по обустройству жилья, особенно для специалистов. По великим рахунку, это наибольшая эффективная мера по их замысованию в городском поселку и размещенных побач сельскохозяйственных предприятиях. При этом значная частка новобудовлю заявилась на землях, которые протяглый час не выкористовывались. После Чернобыльской катастрофы частка населения выехала у иншие населенные пункты, а на место их домов на несколько десятилетий утворились пустечи. Сёлета в Брагине будут побудованы 20 вот таких сядиб. Они предназначены для специалистов, которые пробывают в район. Это достаточно комфортное жилье, трехпокоевое, огульной площадью 100 квадратных метров. Сгодно с решением райвыконкома, 10 домов уже размеркованы. Частка объектов, где проводились ремонтные работы, уже працуя. Тычется это у приватности детячего сада, санаторного типа, школы и гимназии. Кардинально изменился городский стадион. Сярод іншага можна означать так само реконструкцию городского парка с установкой тут первого у Брагине дитячего городка. Стадион полностью отремонтирован. И здание, и трибуны, и покрытие, и новая площадка по воркауту. И тоже ДОСАФ. То есть для района это, я причитаю, Брагин. То же самое Комарине. И стадион, и школа, и детский сад. И тем более еще идет внутренние работы идут по бассейну в Комарине, детском саду. Поэтому масштабы очень большие. Олег Сентероу, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Брагином.